відкрита трибуна. Що треба робити із покинутими будівлями? З покинутими будівлями треба робити там квести, конкурси якісь цікаві. Буде розвиватись молодіж. Их надо разбирать, потому что это угрожает безопасности наших детей. Сейчас на дворе лето, и дети, получается, без присмотра бегают по дворам. И если есть разрушенное здание, то это каждому взрослому ребенку понятно, что это небезопасно. Их можно реставрировать для того, чтобы там сделали новые квартиры, либо же какие-то дополнительные магазины и игровые центры. Их треба або відбудовувати, або зносити, або загороджувати, щоб люди не бачили цього безладу і щоб не було таких хибних думок у людей. Тому що наше оточення дуже впливає на наше внутрішнє. Смотря в якому районі вони знаходяться, можна їх відновити. Или можно заместо них построить детские площадки там. Или для детей, чтобы играли баскетбол, там, волейбол, такое. Приюты для животных построить. Смотря, для какого предназначения. Заброшенное здание можно реставрировать. Можно реставрировать, открыть какие-то пекарни. Может, какие-то развлечения для детей. Відкрита трибуна.